Это как сливки. Хм. Спасибо вам, ребята. Тут очень большой отрыв. Сейчас мы спросим, кому достанется посыпочки, сердечки или кондитерские. Всем привет! Я Маргарита. Я Ксюша. И вы снова на нашем канале. Вы нас уже давно просили снять видео. Подписчики Инстаграм управляют нашими слаймами. И сегодня мы снимаем это видео для вас. А пока подписывайтесь на канал и ставьте лайк. А мы начинаем. И первый вопрос — это из какого клея Ксения будет делать свой слайм? Так, посмотрим. Прозрачный. 58% прозрачный и 42% белый. Ну, если Ксении выбрали прозрачный, то я буду делать из белого. Ну что, ребята, а мы начинаем делать слаймы. Наливать клей, полностью. Я хочу себе сделать флаффи. Сейчас я спрошу у вас, добавлять мне пенку или нет. Ребят, мне сделать флаффи слайм или оригинал? Так, немножко мы подождем и потом посмотрим. Я спрошу у ребят, если мне добавить масло или нет. Детское масло, не масло. Мне добавить детское масло в слайм или нет? 206 человек проголосовали за флаффи, а 169 человек за оригинал. Пока флаффи побеждает. Пока голосуют за масло. Больше человек проголосовали за масло. А Маргарита за пенку. Ну что, ребят, я буду добавлять пенку. Побольше. А ты подришла? Да. Это как сливки. Хм. А я пока добавлю маслечко. Это достать. Не надо мешать до однородной массы. Маргарита такой красивый. Ну что, ребят, я уже буду завершать. Вот у нас тут боракс. Ну что, ребятки, наши слаймы уже готовы. Вот такой получился у меня. Кликает, хрустит и тянется. И он флаффи. И вот такой вот получился у меня. Он очень-очень крутой, такой желейный. И он тянется. Он, конечно, сейчас не прозрачен, потому что он в пузырьках. И теперь нам нужно их покрасить. Я буду у подписчиков спрашивать, какой же мне выбрать, фиолетовый, фиолетовый или красный? Ой, красный, розовый. Ребята, в какой цвет мне покрасить мой слайм? В розовый или фиолетовый? В какой цвет мне покрасить слайм? В желтый или в голубой? Так, посмотрим, как же проголосовали за мой слайм. Пока что побеждает фиолетовый. Но мы еще немножечко подождем. А у меня? У тебя пока побеждает желтый. У меня побеждает желтый цвет. Наверное, ребята уже знают, что мой любимый цвет — это желтый. Спасибо вам, ребята. Фиолетовый. У меня побеждает. Какой? Тут. У меня побеждает фиолетовый. Я даже хотела фиолетовый. Спасибо вам, ребята. Так, ну что, мы сейчас будем красить. Что такое милее? Юху! Я уже покрасила свой слайм. Мой слайм похож на желток, смотрите. Он так нормально, потом пуп, и растекается. А, и хочу еще посмотреть. Я его хочу делать. Сейчас я спрошу, если мне добавить желтый легкий пластилин. Я тут нашла желтый легкий пластилин. Добавить мне его в слайм или нет? Из него очень классные пузыри получаются. А я спрошу, какие шарики мне добавить? Вот такие вот бирюзовые или разноцветные? Ребят, какие пенопластовые шарики мне добавить? Ребята, вы проголосовали за легкий пластилин. Тут очень большой отрыв. Пока хватит.
Будем перемешивать. Я пока буду ждать мое голосование. Нужно хорошо размешать. И у меня получится баттерскотч. А я сейчас посмотрю, за что проголосовали ребята. Они выбрали разноцветные шарики. Целых 62%. Мне кажется, они сюда подходят. Так что и добавляем. Перемешиваем. Аккуратно. Ребята, смотрите, какой он классный получился. Он так размазывается классно. Теперь я тоже хочу добавить пенопластовые шарики. Либо желтые, либо розовые. Я хочу розовые. Смотрите, как они классно бы смотрелись. Ребята, выберите мне пенопластовые шарики. Желтые или розовые. Пожалуйста, розовые, они такие красивые. И 58% за розовые шарики. Добавляем розовые шарики. Делаем пирожочек. Теперь в духовку. Вулкан! Там жарик надулся. У меня получается Clear Butter Crunchy Slime. Сейчас мы спросим, кому достанется посыпочки, сердечки или кондитерские. Какую посыпку мне посыпать в слайм? Со сердечками или кондитерской? Вы выбрали для меня посыпку сердечки. А это значит, что Ксюше достается кондитерская посыпка. Так, посыпаем. Красиво получается. Все. О, ма-ха! Мне тоже все. Это не очень мало. Очень классное сочетание. Ребята, вы прям сегодня молодцы. Как и всегда. Я уже смешала. У меня вот даже за сердечек не видно. А так было красиво, когда они были сверху. Вот немножечко какие-то. Сейчас мы сделаем последний опрос. Добавить ли нам вот такую посыпочку? Посыпать ли нам вот такой посыпочкой или нет? Ребята, последний вопрос. Посыпать нам вот такой вот посыпочкой или нет? И с большим отрывом вы проголосовали, да? У меня вот эти. А Маргита вот это и другое. Вау, очень красиво. Так жалко смешивать. Все. Пока, звездочки, пока. Что там твои платья? Смотрите, какой он большой, у меня руки болят. У меня он был такой маленький, теперь он такой огромный. Смотрите, хочу делать слезочку. А у меня так не получится, потому что у меня слайм... не получилось. У Ксюши слайм плотный, а у меня нет. Смотрите, ребят, раньше был у меня слайм больше, а теперь у Ксюши. Ну, конечно, она же добавила легкий пластилин, пенопластовые шарики. Я тоже могла добавить легкий пластилин. Ну что, ребятки, вот такие слаймики у вас получились. Потому что их придумали именно вы, а мы их просто сделали. Нам они очень нравятся. Теперь мы знаем, что у вас очень хороший вкус. Ну что, ребята, на сегодня мы будем заканчивать.
если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А также подписывайтесь на наш инстаграм, ссылка в описании. И всем пока! А мы будем играть с вами. Пока!